Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня мы приготовим вместе пирог 4 стакана. Пирог на кефире, я его готовлю в первый раз и не думала, что получится так вкусно. Готовится пирог очень просто, это из серии «Все смешал и готово», без возни и миксера. Это отличная выпечка к чаю. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Сначала подготовим муку. Один стакан муки, у меня стакан размером 250 мл. Соединяем с двумя чайными ложками разрыхлителя, это 10 грамм. Перемешиваем и отставляем в сторонку. Затем смешиваем один стакан кефира, один стакан манной крупы и один стакан сахара. Все тщательно перемешиваем обычным венчиком. Затем добавляю 2 яйца. Я без яиц этот пирог не пробовала готовить, поэтому думаю, без яиц получится немного суховато. Добавляю 1/2 чайной ложечки соли, экстракт ванили 2 чайные ложки и 0,5 стакана растительного масла. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. Еще раз перемешиваю и начинаю просеивать муку с разрыхлителем. Перемешиваю еще раз до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Обратите внимание на консистенцию теста. Подготавливаем формочку. У меня форма диаметром 24 сантиметра. Ставим разогреваться духовку. Форму я смазываю кусочком сливочного масла. И переливаю тесто в форму. И отправляю запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. Достаем пирог из духовки. Посмотрите, он у меня полностью пропекся. Получился очень румяный. Я слегка провожу ножом по краям формочки и извлекаю его из формы, чтобы он у нас не прел в формочке. Пирог получается очень нежный, даже можно сказать шелковистый, слегка влажноватый внутри и очень-очень вкусный. Можно его сверху присыпать сахарной пудрой. Подаем его с чаем, молоком, кофе. Получается очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте такой пирог, вы не пожалеете. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.